Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я представляю вам новую, интересную и несложную закуску. Называется она «Сырные шарики». Для приготовления таких шариков нам понадобятся простые, но всеми любимые продукты. Это крабовые палочки, твердый сыр, натертый на терке, 2 зубчика чеснока, майонез и всеми любимые картофельные чипсы с сырным вкусом. Итак, приступим. Наши сырные шарики готовы. Вот так они получились у нас. Очень вкусные, очень хорошая закуска на любой праздник. Очень рекомендую всем попробовать такой рецепт. Всем приятного аппетита!